Всем привет! Вы на канале Прошка Лайф ТВ. Сегодня мы разберем новую тему для видео, как получить вейп в актуальной 2021 году игре Geometry Dash. Если ваши уровни не получают достойного внимания, или у вас просто нет успевает, это видео для вас. Для начала вы должны создать уровень. Для этого вы просто можете открыть мои туториалы, плейлисты туториалы. Следующее, что вы можете сделать, это написать Круктопу в личные сообщения ВКонтакте. Он вам ответит. То, в принципе, очень маловероятно. Ну, если он вам ответит, обязательно напишите ему. Пожалуйста, ну, для начала, когда мы будем готовы. Короче, бежим опять в квартиру Руфтопу. В телеграм-канале Тошка Габарит Тошка будет адрес. Извините, пожалуйста, за посторонние звуки. Мама чистит сортир. Ну так вот, я вернулся. Если ваш уровень достоин оценки, то вливайтесь в квартиру топа, стучите и найдете. Сначала легонечко, а потом трах-бабах и выламывайте ее. Для того, чтобы 100% все сработало, советую купить ключи в магазине ключи.tv.ru. Для начала вы берете, ходите в квартиру Руфтопа, находите его супермодный ПК, взламываете и находите ваш уровень. Когда же вы нажали кнопку оценки, не спешите убегать. У него в доме живет стая бобров. Для начала возьмите порцовый баллончик и забрызгайте их нахуй. А потом выкиньте в мусоропровод, и они попадут в увеличитель. Вот так вот все просто и легко, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите над нами комментарии. Всех люблю, всем хорошего настроения, а также советую вам подписаться на канал Винтерлайн ТВ, где вы найдете супер очень много классных туториалов по постройке очень классных уровней. И всем до встречи и пока!